большей частью он вышел на сцену, чтобы побыть с вами на одной сцене, хоть в таком качестве. Давайте. Во-первых, я хочу признаться вам в любви. Я слышу. Я считаю вас своим одним из самых любимых артистов, это правда, не скупя. А теперь о грустном. Вчера я попал в группу, которая смотрела ваш спектакль. Я его не понял. Очень интересно. А он меня не полюбил. Расскажите, расскажите. Ну, можно 50. Да, конечно, конечно. Меня с первых слов, наверное, даже поразило где-то вот выбор режиссера, именно подбор артистов. Я сначала подумал, что это играет монтировщик. Неплохо. Но и логики в этом я не нашел какой-то. И опять же, хотелось пожалеть вас, что вроде как человек, артист колотится, партнеров нет. Ну, потом думаю, ну, режиссер-то, видимо, знал, что делал. И вот это осталось для меня тайной религией. Так. Если можно, пролейте, пожалуйста, на этот свет. А вопрос, кто режиссер вчерашний? Ну, я не видел, но вообще. Ой, я как, а? Я несу ответственность, да. Вот. Да, хорошо. Спасибо. Спасибо. Ну что же, это вот прям попало в то, что я сейчас говорил. Вот этот самый Юрий Евгеньевич Кольцов, безинтонационный, однообразный, в котором высвечивается автор, и ты видишь картинку. Два актера, которые играют роли. Значит, во-первых, чуть-чуть, чтобы вы поняли, в спектакле всего 4 человека. Это вечер Сталина, когда он хотел просто поужинать, никого не звать из своих соратников, ни заседаний, ничего не делать, а просто хорошо поесть. И чтобы привезли певицу из Большого театра, молодую, которая ему очень понравилась, чтобы она попела для него. Он был меломан. Вот и все. И этот человек, владеющий половиной мира, не смог этот вечер хорошо провести. Ничего не получилось. Потому что внутренняя пружина этого дела – это атмосфера. А атмосфера это называется сталинизм, которая шире, чем сам Иосиф Виссарионович Сталин. Это атмосфера, которая удушает, даже когда она хочет расположить. Он хотел, чтобы она пела. Но, как в сказке про соловья в золотой клетке, не может петь. Не получается. И тогда диктатор свирепеет. Это о сюжете. Там два человека услужающих, то есть два офицера, которые обеспечивают, ближайшая охрана обеспечивают и подачу блюд, и, ну, все то, что он прикажет. Помочь шинель снять, принести, отнести. Эти два человека, эти роли исполняют на мои уже не первый раз испытанные коллеги. Один из них стал актером под моим влиянием, но он играет уже много лет, 20 лет со мной. Это старший. Младший тоже играет со мной уже 10 лет в других спектаклях. То, что они похожи на монтировщиков, на мой взгляд, это достоинство. Потому что это люди, которые исполняют функции. Это функции. Хотя я никак не могу согласиться с тем, что когда во втором акте проявляется то, что это не просто люди подающие, а это люди, которые пронизаны сталинизмом, с его страхами, с его раздвоенным сознанием и с полной невозможностью проявить личность. И проявление личности уже даже не встает на повестку дня. Сыграть можно бы пригласить актеров, которые бы мой коллега, который вышел, сказал бы,
хорошо играет. Не требуется этого. Это вообще, мне кажется, сегодняшний театр не требует. Это должно быть само собой, разумеется. Мне кажется, они играют превосходно. Что касается героини, то тут вообще особый случай, потому что это должна быть вот, играющая большую, главную женскую роль актриса, но там есть ее концерт для Сталина. Приходит маленький оркестр, и она поет арии из опер, колоратуру. Значит, нужно либо найти колоратурную певицу, которая бы согласилась работать в драматическом театре и сыграть роль, либо найти драматическую артистку, которая умеет играть на сцене, которая бы пела колоратуру. Я нашел такую артистку. Вот это она. Поэтому я хотел бы, если бы они были здесь, я бы хотел, чтобы они услышали то, что было сказано в их адрес, но я бы их защитил полностью. Скажу вам, что несколько дней назад в связи с этим спектаклем у меня было сильное впечатление. Со спектаклем «Предбанник» мы были на гастролях в Самаре. И группа актеров моих, и я тоже пошли в нынешний музей, который называется «Бункер Сталина». Это на 34-метровой глубине посреди города сделан кабинет для Сталина и для заседаний правительства на случай катастрофических последствий войны, чтобы там, на этой глубине, даже в случае атомного нападения, правительство могло существовать и руководить страной. Впечатление было очень сильное, захотите, расскажу подробнее. Меня поразило, что этого я не ожидал, тут я художнику моему позвонил. Декорация тоже ведь может показаться, вы, может, скажете. Я подумал, ну что это за стены у Сталина, ну что это за столик какой-то кухонный, который выносит эти два, как вы говорите, монтировщика. Именно это я увидел там. Точный размер нашей сцены. Вот точно, вот как сцена, вот так этот кабинет на глубине 34 метров. Вот точно такой кухонный столик, точно этого размера. Вот точно такие панели, вот точно такое количество дверей, вот точно такая одна потайная дверь, которая похожа на остальные панели. Что у нас не из дуба это все, так и не надо. Так и не надо. Это театр, в конце концов. Я ведь играю, я первый акт играю без грима. Иосиф Виссарионович Сталин, но вот как я есть. А когда публика к этому привыкает, во втором акте я выхожу в полном гриме Сталина. Это тоже один из поворотов. Поэтому я подчеркну только одно, что человек, который произвел на меня очень сильное впечатление, который нас вел, гид по этому подвалу, это такой крепкий, скорее даже не армейский, а ГБ человек, очень сильный и очень нейтральный совершенно, никакой. Его комментарии были замечательные, они соответствовали. Он наизусть произносил приказы Сталина, которые там висят, очень длинные, все совершенно наизусть, совершенно нейтральным, никаким, ни актерским, никаким лицом. И я узнал в нем моего коллегу, который играет эту роль. Они просто очень похожи оказались. Это для меня было подтверждением того, что является моим пониманием взаимоотношений на сцене. Не о хорошей игре должны здесь думать зрители, а о чем-то другом. О чем, может быть, скажут другие. За вопрос благодарю. Спасибо.